Командир, слово командира на краю колодца. Мы находимся на глубине 760 метров. Переделываем навеску, которая была достаточно спортивная, от Кейрикса. Она стала более удобна, более безопасна. Скажите пару слов об экспедиции. Дрожим, делаем перила. Дабы не падали сверху камни. Как вам навеска Кевикса по потолку? Навеска спортивная, мы ее переделали по другой стене. Она стала удобной, надо уйти от камней, поэтому мы бьем. Товарищ Измайлов, расскажите, как идут работы по лагерю. Мы вернулись на навески, довесили до 800 метров. Все сделали неплохо. Завтра пойдем ниже, все мы делаем чинно. Женя вообще такой суровый руководитель. Все заняты все время. Мы мало спим, много едим, много болтаем и очень много работаем. Алексей, да. Как идет работа по прокладыванию связи? Идем по обновленному графику. Мало хочет сказать, что все у нас по плану. Но говорить честно, связи не хватило 2 метра вчера до палатки. Сейчас они будут сделаны. Так связь до 700 доделана вовремя. Егор, как идет переодевание гидры? Отлично. Сумление на мокрое, опять вымокли до трусов. Плавали в этом аквапарке. Юля, расскажи вкратце, как тут в ПБЛ дела обстоят? Ну что сказать, цыганский табор. Вот пытаемся как-то организовать. И еще будем сегодня вечером катать катушки со связью. Станки заматывают, а мы разматываем. Юля, а сколько тут проводок? Один вообще 2005. Метров 500, наверное. Но... Как уже ничего. Не меньше. Свяжемся с километром? Я думаю, да. Сейчас у нас связь до 700 есть, и нам еще осталось 300 метров. Так что все реально. Сегодня у нас задача протянуть еще вниз на 100 метров. 120. До 800. Да. Дина, как тебе водичка? Товарищ Смайлов, так сказать, чтобы завершить наш видеоряд, расскажите, пожалуйста, про небезызвестную глыбу. Глыба висит над палаткой. Если упадет... Посвети, палатки, пожалуйста, на нее, чтобы было понятно. Я не буду. Глыбу не надо трогать никак. По-моему, она достаточно уверенно висит уже вот более Но чем еще глыба по несколько пути, десятков лет. По пути в туалет. Вот она висит, непонятно на чем. А вот и она. Вот это вот. Это монолит. По-моему, достаточно уверенно. Вы что, сидели, что ли? Вы видите, вы, если хоть кто-нибудь скажет, на чем она держится? Надеюсь, эти дальше. Но, по-моему, да. Очень красивое место. 700 где-то. Около 800 глубина, 790 метров. Очень красивый такой каскад. Идет вода по нему. Колодец метров 45 глубиной. И отвес 30 метров, очень спелеологичный. Наверное, надо этот отвес разбить, потому что в конце спелеолог попадает под воду, что не очень хорошо паводок. И вот видна хорошая стена по левую руку. Наверное, вот где-то вот там, да? Да. Нужно сделать будет точку, а то и две, чтобы удобно отвести веревку от воды. От воды. Вот вода. Так, подождите. А? Да. Ну вот там колодец. Вот стена. Там сейчас надо делать точку. И, наверное, еще одну. Потому что надо увести навеску метров на 6 дальше.